Снова здравствуйте, это опять Castlevania Symphony of the Night. Мы продолжаем играть в эту отличную игру. Я бы даже сказал, великолепную. Вот. В прошлый раз мне пришлось неожиданно остановиться, так, по кое-каким причинам. Неважно. Вот. Но теперь мы продолжаем. Смерть! Alucard, what is your business here? I've come to put an end to this. Still befriending mortals. I'll not ask you to return to our side, but I demand you cease your attack. I will not. Вот так вот. You shall regret those words. We will meet again. Вот так вот он забирает все наши вещи. И нам приходится играть вот так вот, с кулаками. Вот так вот заканчивается жизнь Алукарда. Да, шучу, конечно. Мы найдем вещи намного более мощные, чем у нас были сейчас. И у нас их смерть спиздила. Вот у нас, собственно, больше ничего и нет. Прыжочек. А вот и первый враг! Ну, в смысле, с которым мы действительно сражаемся. И первое оружие, короткий меч. О, я не помню, чтобы у меня была эта бомба. Серьезно. Так. Вот, у нас хотя бы есть меч. Примитивный, слабый, но меч. А теперь мы пойдем сюда и... А, нет, это не то место. Это... Еще потом откроется, а сейчас нам надо налево, там будет пункт сохранения. Вот это кривая... Что? Ржа? Вообще должна быть ржавая сабля. Ну ладно. Вот здесь вот сохраняться можно. Гроб. Сохранено. Так, вот это я даже не помню, что... Точно не помню, он то ли... Нет, не помню я, что этот куб дает. Алхимическая лаборатория. А, черт! Ненавижу этих козлов, которые сверху кидаются костями. Так, что у нас? Кираса. Первая самая. Кираса из коричневой кожи. Защита на 2. На нашем персонаже это, к сожалению, не отображается. Будет отображаться только... Ну, $25. Будет отображаться только... плащи. Иди сюда. Иди сюда. На шипы ему вообще пофиг. Я не помню, как я должен там проскочить. Вот просто через шипы! Да. Первый щит, опять же. Все слабенькое. Теперь мы можем прикрываться. От стыда. Срам прикрывать. А, вау! Чё же я это не сделал? Level up! Левелап просто дает улучшение характеристик. Не более... О, черт, вот этих я козлов помню. Сразу зеленый рыцарь. Сердечки очень важно собирать. В будущем... недалеком, в будущем совсем. Будут такие вещи, которые... Ну, как в самом начале игры мы кидались крестом. Или чем? Жидкостью какой-то. Я точно не помню. Так вот... эти сердечки как раз и тратятся. Насколько я помню, здесь секрет! Да. Я еще помню. Сердечко. Еще одно. Что здесь? Вот максимальное количество ХП увеличили. Вроде бы здесь где-то тоже что-то есть. Нет. Пока мы даже не можем бегать. Ходим, значит, медленно. Но опять же, в будущем... Вот как раз первая вещь. Оп.
И от этого у нас тратятся сердечки, которые мы собираем, разбивая всякие лампы и так далее, убивая врагов. Там вроде что-то есть. Нет, не помню. Сопротивление грому. Всякие резисты. Ималейт импрувит. Вероятность резиста крайне мала. О, вот этих козлов я ненавижу. Они плюются кислотой. Это выглядит очень странно. А, это я помню. Вот так. И... Вот так. Есть! Можно сказать, мини-головоломка. А, черт, он не там! Вот черт. Сильный урон наносит. Сердечко. Так, я не помню. Вот. Плащ. Мы можем одеть новый плащ. Где он? Защиту на 2 повышает, отлично. Правда, выглядит он крайне дерьмово. Не по моде, к сожалению. Зато мощнее. Чёрт. Нет, опять этот скипарон. Так. Ладно, я ступил. Давай. Есть. У него, чтобы быть... от него даже ничего не выпало. Помню это место. Так, здесь внизу ничего нет. Нет, он идет! Успел. Так, здесь сохранение. Да, кстати, у нас есть... Это вот совсем небольшая часть карты. Это просто мелочь по сравнению с тем, что будет дальше. Приятный момент то, что когда мы сохраняемся, это восстанавливает нам все ХП. ХП! Эй, не убегай от меня. О, $50. Это нам еще пригоди. Деньги здесь достаточно важны в начале. Не то чтобы в начале, и дальше будут важны. Будем покупать всякие... Ладно, я возьму топор. Будем покупать всякие ништяки. Мужика в библиотеке. Это мы не можем открыть. Нам нужна специальная... Нужна специальная какая-то штуковина, которую мы в будущем найдем. Какой же ужасный здесь перевод. Невозможно понять, где что. О, первый босс. Первый серьезный босс. Дракулу мы не считаем. Не то чтобы он не был серьезным, но он фактически не босс. Учи! Па-па-па-па! Черт, почему вы мне напоминаете гомосексуальную парочку? Не знаю почему. Вы какие-то слишком дружные. Ау! Косой! Получи! Давай! Черт, один горгулит, другой какая-то непонятная ебанутая птица. Так, у меня не осталось топоров. Черт. Есть! Левел ап! Так, теперь он. Гаргулья! У-у-у! Да ты же еще и стреляешь. На! Что с ним? О, черт! О! You mad? Блин. Да, he's mad. Он разозлился. Ух. Так. У меня есть шанс просрать сейчас все. Нет, все, победа. Есть! Первый босс. Неплохо. Так, я сейчас попробую вспомнить заклинание. Вот так вот, одно есть. Здесь, то есть, есть в самой игре этих комбинаций, насколько я помню, нет. То есть, их самому надо открывать. Сейчас я вспомню еще какую-нибудь. Метаморфозис, например. Я не помню. Вспоминается только вот это. Да что ж такое-то? Ману трачу. Так, метаморфозис, давай! Ах, ладно, потом вспомню. Скелеты. Not the problem. О! Кстати, люди здесь очень слабые. Очень примитивный враг. Кстати, Dark Metamorphosis в финале как раз позволяет
получать здоровье после того, как убил врага с кровью. Тан-та-тан. Ладно, просрал сердечко, плевать. Я не помню, что здесь. Ладно, спущусь. Современные лифты. Давай уже. Я закрываюсь плащом. Что здесь у нас? Солнечные очки. Раз то, о чем я мечтал. Повышать защиту. Крутые солнечные очки. Опять же, они не отображаются на нашем персонаже. Теперь наверх. Та-та-та. Были бы у меня специальные ботиночки, я бы сразу поднялся наверх. Шу. О, черт, зря я потратил. Топор довольно много сердечек отнимает. $50! Так, кстати, можно спокойно копить, туда-сюда копить. Опять человек. Я их убью, опыт все-таки будет. Так, там какая-то комната. А, черт. Я туда пока не доберусь, видно. О, сохранение. Переписать. Так, наверное, надо посмотреть, сколько там уже записывается. О, черт, не то. Понятно. Так, надо здесь немножко притормозить.